Так, я возле большого дома. Ой, у меня жутко, что-то лагает у меня, слушай. Крайзикс, у меня что-то лагает. Ебать, у меня лагает. Блин, я этого на самом деле и боялся, что у меня лагать будет. Я возле входа. На лестнице. На центральной лестнице. Я тебя не вижу. Ну ты где-то, наверное, с той стороны. Может быть у меня, погоди, может быть у меня стрим? Не, у меня не стрим, 100% не стрим. Ладно, ты где? Я тебя не вижу. А, вижу, все, вижу. Вон летит. Вот он, светящийся, тигра. Тигра светящийся. Ладно, давай. Полетели. Это был, кстати, фейкованный удар. То есть ты завел пилу для того, чтобы потом ударить колотушкой. Известный фактор. Известный фактор. Фактор страха, блядь. Я так и думал, что я буду перелазить вот так настолько медленно, и ты мне дашь по моей хитрой жопе колотухой. Хорош, хорош, реально хорош. Хотел забайтить, но уже было поздно. Я уже понял, что ты байтишь, и уже было поздно. Ладно, я спать, удачи, выиграй его. Хорошо, спасибо. У меня нормы нет, видимо, у тебя что-то. Не знаю, у меня со стримом все окей. Ну, ладно, не будем разбираться. У меня подначалу лагало, вроде сейчас окей все стало. Не знаю. Это Крайзикс, это обязательно будет халатом, потому что и я, и ты, мы оба бомбезно отыгрываем. Молодец, красавчик. Ладно, давай. Я, правда, не помню, где у меня палеты остались. Вот здесь вот. Здесь вот. Ладно, поехали, полетели. Хорошо, хорошо. Мог бы опрокинуть под пилу прям. То есть ты бы распилил палетку. Но я хотел фейкануть, конечно, не получилось. Да. Нормально. Кстати, вроде пила не лагает даже. Ну это круто. Это круто, что пила не лагает. Так, ребят, все это будет в халатах обязательно. То есть заходите. Смотрите, если кто не посмотрел, если кто не посмотрит. Ладно. Дай наберу дистанцию. Поехали, все, можно. Так, у нас палета нету. Хреново. Ебать, я в гейнер уперся. Круто. Не, ну вот такие косяки тоже бывают. То есть ты в итоге, ты, допустим, там, понимая, что ты сейчас еще помансишь, в итоге ты упираешься в какую-то сраную текстурину. То есть у чела бамбузл, в данном случае у Крайзикса, да? У него бузл, и, соответственно, ты бежишь.
Я бы мог замансить без проблем, но в итоге мне мешает сраный гейнер, и я этого не понимаю. Я могу понимать, что здесь гейнер, но я не осматривал особо это положение. Ну, короче, это, конечно, моя ошибка. В принципе, как и у многих сурвов тоже бывает, то, что они сталкиваются с какой-то проблемой в виде какой-то ссаной палетки, которая им все руинит. Поехали. У меня еще на один прохил осталось. Я даже сам не ожидал. Вот видишь, я говорю, я врезался, я бегу и чувствую, что что-то врезался. И в итоге ты едешь прямо чисто на меня. Короче, это было ебать стрёмно. Хм. Хреновые тайминги, можно было высчитать тайминги и нормально на распил пойти тебе. А мне можно было бузл? Да ладно, а чё не бузлишь-то? О, это было очень странно. Это было крайне странно. Почему-то не распилил, это было как-то, я не знаю. Не, ну рили стрёмно было. И все, я в западне. И все, я оказался в западне, соответственно. Ловкое приземление. Я совсем забыл, что оно у меня есть, кстати. Хотел фейкануть. В итоге мы оба как-то фейканули на эту тему. И в итоге никто не стал ничего делать подобного. Ладно. Да. Сам виноват, маленькая дистанция была у меня. Так, ладно, давай последний раз. Я взял бузл, думаю, что лагать пила не будет. Не, ну на любом мане, в принципе, бузл заходит, потому что ты игноришь просто какое-то имбовое окно, и, в принципе, это правильное решение, я считаю. Так, все. Что у нас там осталось по палеткам? По палеткам у нас крайне все плохо осталось. Я не успею. Может распилить даже.
Если бы не побежал, а бежал бы возле лачуги, то есть к стенке ближе, то все. Ну, я бы нормально сделал. Я сейчас в итоге сам побежал на пилу. Ебая моя ошибка, короче. Но я как нубы не успел бы в любом случае, то есть ты бы меня распилил. Давай, подымай и вешай. Теперь ты ман? Да, давай, теперь я ман. Давай тогда покинем игру? Да. Спасибо за Катыч, спасибо. Очень было славно отыгрывать, соответственно, против тебя. Ты хорошо, кстати, пилишь, реально хорошо. Ну, может быть, ты и прав, то, что скилл игрока как таковой сохраняется, даже когда ты пересаживаешься с PS-ки, да, ну, с консоли на ПК.